5 причин поехать в Петропавловск-Камчатский. Еще недавно полуостров Камчатка был закрытой территорией. До 1990 года въезд туда осуществлялся по спецпропускам, которые выдавали далеко не каждому желающему. Сейчас полуостров открыт для всех. Его, столицу Петропавловск-Камчатский, можно смело назвать одним из уникальных городов России. Если вы еще сомневаетесь, есть 5 веских причин наконец-то его посетить. 1. Походить по вулкану. Авачинский вулкан в Петропавловске-Камчатском виден отовсюду. От города этого исполина отделяет всего 30 километров. Он действующий, но открыт для восхождения. Поднятие займет примерно 8 часов. Восхождение возможно только в составе групп под контролем инструкторов. Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Когда еще представится возможность ступить на действующий вулкан? Во время активности его кратер переполнен раскаленной лавой. Она озаряет ярко-красным светом окрестности города, фееричное зрелище. Если нет времени или возможности подниматься на вершину исполина, можно посетить вулканариум. Это интерактивный музей, где будет интересно и взрослым, и детям. 2. Поплавать в крупнейшей бухте мира. Петропавловск-Камчатский раскинулся на берегах Авачинской бухты. Ее масштабы впечатляют даже бывалых туристов. По размерам она уступает лишь бразильской Гуанабаре. Окружающий пейзаж завораживает, живописные утесы с гротами чередуются с песчаными пляжами, на берегу гнездятся тысячи морских птиц. Взор приковывают три причудливые скалы, торчащие из воды. Они известны как «Три брата». При желании можно совершить прогулку по бухте на катере или поплавать в ее водах. 3. Прогуляться по Черному пляжу. В получасе езды от Петропавловска-Камчатского находится Халакторский пляж. Он раскинулся на 30 километров вдоль берега Авачинского залива. Пляж уникален, он черного цвета из-за вулканического песка. Это излюбленное место серфингистов. За сильными волнами скрывается бескрайний Тихий океан. 4. Поболтать ножками в океане. На Халактырском пляже также можно загорать и купаться. Правда, даже в жару температура воды не поднимается выше плюс 15. Однако она вполне комфортна для того, чтобы поболтать ножками в океане. 5. Попробовать самую вкусную уху. В Петропавловске-Камчатском готовят самую атмосферную уху. Так считают истинные ценители этого рыбного супа. Здесь можно не только ее попробовать, но и принять непосредственное участие в приготовлении. Подобную возможность предоставляет туристам местные экскурсионные компании. Для начала придется отправиться на рыбалку в Авачинскую бухту, ведь самая вкусная уха получается из только что пойманной рыбы. Местные гурманы используют для приготовления талую ледниковую воду, а на заключительном этапе окунают в суп обгоревшие полена для придания аромата дыма. Если нет желания кулинарить, можно поступить проще, заказать уху в одном из местных ресторанов.